Привет, ребята. Я, к сожалению, не вижу ваших лиц, потому что прожектора светит меня. Но я вот, когда думал о сегодняшнем дне, на протяжении последних 3 лет, я думал о том, что я вот выйду на сцену и увижу, вот на такой примере, как это, увижу огромное количество лиц, людей, в общем-то, друзей своих. Потому что сегодня здесь, в отличие от 2 премьер, которые у нас были до этого, в Москве, в Казахстане, здесь сегодня собрались вот реально друзья. То есть я знаю, что здесь собралась наша группа, которая принимала участие в создании фильма. И друзья, группа, которая стала нам друзьями, мне лично, например, и друзья друзей. И это очень здорово. А еще здесь я знаю, что многие пригласили своих там родственников, близких людей, там людей там каких-то очень важных в жизни. Я тоже это сделал. Я тоже пригласил сегодня сюда важных для себя людей, которые имеют очень большое значение, сыграли в моей жизни. Вот. И поэтому... И это ужасная радость для меня. То есть вообще невероятное ощущение, то, что я сейчас испытываю. Дело даже не только в том, что я очень рад показать вам наше кино, которое мы снимали с ребятами. Вот. Но я еще и просто очень рад видеть ваши лица. Вот. Вот у нас не очень много времени, но я все равно очень хочу представить группу нашу. И не только группу, но я еще хочу представить, что хочу, чтобы на сцену... Это куча народу сейчас выйдет на сцену, но мне кажется, это круто. Мы тут все поместимся. Вот. Ну, во-первых, я, конечно, хочу пригласить Кима Дружинина. Меня даже Лариса спрашивает, а вы можете назвать вот, ну, режиссеров отечественных, которые вам нравятся, которые действительно хорошие? И я говорю, Ким Дружинин. Вот. А сейчас я еще хочу позвать, сейчас мы позовем всех, но я хочу позвать парочку ребят, все не постесняются выйти, конечно. Я хочу позвать Мишу Завхоза, Андрея Соколова и Андрея Лысюка. Ребят. Просто люди, которые на самом деле... Это люди, которые... С которых, в общем-то, в огромной степени все началось. Которые самые первые поверили в эту идею. Она была вообще... Ну, это было, честно говоря, трудно поверить. Потому что у нас ничего не было для того, чтобы сделать большое настоящее кино. Такого масштаба, как в итоге получилось. И вот Мишка... который в итоге реализовал, придумал, в общем-то, уговорил меня, реализовал идею сбора народных пожертвований. Может быть, так получилось, что, может быть, не все знают, но этот фильм начинался как проект, делающийся на народные деньги. И в итоге 35 тысяч человек пожертвовало нам свои деньги, и мы собрали 35 миллионов рублей. С этого все началось. Это беспрецедентный случай в истории кино российского, советского, вообще за... И неизвестно, повторится ли когда-нибудь такое или нет. Но в огромной... Но все это, в общем-то, в большой степени придумал, реализовал Мишка. Ну, может быть, не все, ему помогали, конечно, но вообще он без него как ангел был. Сами все. А вот Андрей, тут почему-то Андрей, кстати. Вот. А вот Андрей, это человек, который, когда мы с Кимом... Мы с Кимом... Ким вообще всегда был, ну, всегда с самого начала идеи был со мной, вообще верный друг мой. И во всем меня поддерживал всегда. И я даже не знаю, это наше общее дело вообще. На самом деле, говорили я, но дело наше общее. И мы с ним вдвоем как-то, когда мы придумали, как попробовать снимать танки при помощи комбинированных съемок, мы с ним вдвоем построили, значит, в таком полуразрушенном ДК полигон. Туда привезли 2 наши радиоуправляемые модели танков. И нам не на что было их снимать. Я... знал, что Андрюша работает на телевидении, попросил его там, может быть, добыть какую-то камеру. Андрюха не смог добыть, и в итоге он просто купил съемочную смену для нас.
благодаря которой потом появился тизерный ролик, наш первый. А собрал этот ролик, на самом деле, Андрей Соколов. И это было самым, самым началом, это как бы то, что сдвинуло камень. За ним уже начался потихонечку, он стал превращаться в лавину. Вот благодаря вот этому ролику первому. Вот, в общем, вот эти люди, это люди, которые, с которых все началось, без которых ничего бы не было. Вот. Я не знаю, конечно, рискнет ли выйти на сцену моя жена и сын старший. Что, конечно, но без моей жены ничего бы не получилось вообще. Потому что для того, чтобы вообще я как-то уверовал в свои силы, что я вообще могу что-то сделать в этой области, нужна, конечно, постоянная поддержка и подпитка. И если бы не было моей жены и моей семьи, которая была со мной, это, конечно, ничего бы не получилось вообще. Поэтому, по большому счету, конечно, это не только, ну, вообще люди номер один, то, с чего я начинаю сам. Вот. Там еще звонит, конечно, моя мама, но я уже не буду ее приглашать на сцену. Вот, а сейчас я вообще я хочу сразу же извиниться перед ребятами, перед ключевыми людьми, которые собирали вместе со мной Кимом, потом подключились уже к нам, и благодаря им появилось кино. Я просто боюсь реально кого-нибудь забыть. И поэтому я хочу просто позвать сюда оператора Никитку и Мишку, всех ребят, которые принимали участие. Ребята, пожалуйста, все, кто делали это кино, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Ну, у вас не так много. Человек 200, можно. И актеры, естественно, тоже. Мне кажется, что это вот это. Сейчас еще с балкона слышится. Сегодня настоящая премьера, потому что почти вся группа с нами, и это очень круто. Я этому ужасно рад. А это вот документ, который прошел с нами весь съемочный период. Ты уже все сказал. Давайте кино посмотрим. Давайте посмотрим.